сухой звук. Не проигрываем. Хорошо, пытаемся победить в каждом матче. Стараемся выполнять требования тренерского штаба. Стараемся более активно прессинговать, забивать. Пока не все полностью получается, но я думаю, со временем все придет. А насколько тяжело? Не, не тяжело, потому что все упражнения с мячом. Мы не бегаем, там не носимся по этому кругу, поэтому оно все в удовольствие, и я спокойно нагрузки переношу, и насколько я готов, я по себе чувствую хорошо, ну а как процентом соотношения, наверное, тренерскому штабу виднее, так как используются полары и медосмотр, и они все видят, наверное. Я не спрашивал, не интересовался. Вообще я сам из деревни, поэтому мой дом там и находится, в Ганзовском районе. Мои родители там живут, и я вместе с ними живу. Ну, что еще рассказать? Маленький городок, сколько там, 16 тысяч, наверное, население. А деревня вообще там, она уже потихоньку умирает. Ну, не знаю, что там рассказать. Но приятно всегда природным. А деревня как называется? Остров. В 7 классе только начал, как бы, ну, понятно, во дворе все играли, и я тоже сам, не во дворе, только на полях там у себя. А в 12 лет папа завел там в город именно Ганзовичи, и оттуда началось все потихоньку. Ну и все, потом правда, прекратилось все в классе 10-м, и в 10-11 классе я уже футбол, можно сказать, не играл. Ну, занимался всеми видами спорта. Теннис настольный, волейбол, баскетбол. Только не футбол, потому что футбол у нас пропал в то время. Не-не-не, только футбол. Никаких больше. Даже рядом не стоял ничего. А вообще на всех позициях поиграл. Даже вот я не играл ни разу центральным защитником, а вот приехал в Гомель, даже мне Сергеевич поставил 25 минут центральным защитником играть. Меня чуть удивило это. Но поэтому на всех позициях уже поиграл, кроме вратаря, понятно. Но он любимый, наверное, под нападающим. Наверное, вот это моя любимая позиция. Больше запомнился не очень положительно, так как там карантин был и чемпионат проходил в одном городе. Наверное, что вот игры были как на сборах. У нас игра, потом 3 дня там легкая, опять игра. Вот, ну, такой формат был, как будто вот реально мы находимся где-то в Турции, играем матчи. Ну, такой осадок на меня стал. Тем более без болельщиков там же было все. И такое не очень. Именно легионеры посильнее приезжают, чем именно у нас в Беларуси, так как там, ну, другие деньги. Скажу, особо нет разницы, разве что, может, Кайрат чуть... Ну, первая команда, которая сейчас чемпионом стала, она выделяется на фоне, а остальные все примерно так же. Всякие просто блюда, допустим, были, не то что непонятные, новые для меня. Так, борики или бареки там с брынзой, они тесто и внутри сыр, ну, мне понравилось. Ну, и манты, конечно. А, да много с кем. Павелчики, да, Батищев, Саня, Леша Иванов, кто еще? Дима Гомза. Ну, я с многими где-то пересекался, где-то вместе играли. Ну, так, может, еще кто-то, может, извиняюсь, кого-то забыл. Не, мне вообще легко. Адаптации вообще практически не было. Неделю я уже в коллективе спокойно. Я вижу, им сложно, им тяжело, они не понимают чуть-чуть, а я пытаюсь чуть-чуть, я чуть-чуть только владею английским, ну так, на уровне так, чисто легкими фразами, ну вот с ними бывает, говорю. В основном это касается футбольного, ну, плана, то есть подсказ, я где-то им подсказываю, какое упражнение, как что делать, а так, не знаю, как они про свою родину рассказывают, что они там, как они там бегают, там. Ну, разное, в основном это ж такой юмор. Легкий юмор. PlayStation играем, потом я в игры на компьютере играю. Ну, в свободное время быстро просто книжки читаю. Самый крутой, ну, я хорошо играю, но вот вчера меня удивило, вот Реймонд подошел, меня 2-0 обогнал. Я вот удивился чуть-чуть, что он говорит, приставку типа мало играю, ну хорошо сыграл, не знаю. Меня удивило, может, его и выделю. Фифе, Наполь, наверное. Наполь даже? Mm. Почему такой выбор интересен? А не знаю, там быстрые ребята, мне нравится им играть. Проще, да? Ну да, да. Ну, я бы хотел действительно помочь им, возможно, своими больше результативными действиями, так как у меня прошлый сезон особо не удался в этом плане. Ну и командный, я думаю, если не ставить максимальные задачи, то зачем тогда в футбол играть? Я думаю, мы
у нас хороший состав, хороший тренерский штаб, хороший коллектив. Я думаю, мы в первой восьмерке обязательно должны быть, это точно. Будем бороться за что? Не за призы давайте бороться, а что нет? Ну, за пятерку бороться, ну, будем бороться точно. Нет, чтобы прям вот я должен сегодня забить или отдать, нет, я... Будет возможность, я передачу отдам. Будет возможность ударная мне, я пробью. Я не буду там, я должен забить там, поспорить, может, на ящик с кем, что я там позову. Нет, такого нет. Вообще не суеверный. Ну, религия, понятно, присутствует, а суеверность не моя.